Хочу рассказать свою историю о пси-терроре. С чего все это началось? Началось это с того, что меня просто приняли. И прошло пару лет, я пошел учиться в университет. И я рассказал о том, что меня приняли, кому-то из одногруппников рассказал. И, короче, это стало, как я потом понял, известно преподавателям, которые бывшие сотрудники. И вот. И меня начали жестко травить. Про меня начали прям на паре обсуждать меня. Меня начали травить, рассказывать, что у меня в личных сообщениях ВКонтакте. Рассказывать все время, зацикливаться на этом. Ну, как бы, все тонко, технично. Не говорили прям, тебя пальцем не показывали. Но ситуация была такая, что об этом говорили. И всем было плевать. То есть мне ничего не приходило, бля. Или только отчислиться, или терпеть. Ну и вот. Как я узнал, что это они все-таки про меня говорят, я не буду рассказывать. Это неинтересно. Ну, они уже в наглую говорили. И у меня начался психотронный террор. То есть какая-то... То есть все началось с того, что я включил телевизор. И мне как непонятно оттуда или откуда говорят, только не убегай. После чего... То есть по телевизору все вообще, все говорят про меня, все музыкальные каналы. Я не знаю, как они это делают. Скорее всего, они их переозвучивают. То, что говорят в телевизоре, вот эти пси-операторы. И потом у меня начался ганг-сталкинг. То есть какие-то группы молодежи, какие-то молодые люди, молодые девушки начали под моими окнами, ну, говорить обо мне тупо. То есть они начали меня травить, начали постоянно собираться, прям с утра и до вечера. Я не проверял, были ли они под окнами. По-моему, там кто-то был из молодежи. Или и они переозвучивают и людей, которые там находятся на улице. Это непонятно. Или это просто крыша. Ну, я сомневаюсь в этом. Возможно. То есть крыша сама по себе просто так на ровном месте тоже не едет. Этот человек доводит специально. Меня подготавливали к этому психотронному воздействию. И меня просто начали говорить обо мне, начали издеваться, какие-то фразочки начались. То есть я пока, например, стою за хлебом, мне говорят «Буратино», все время вот это слово. И я так чувствую, что это они обо мне говорят, что это я Буратино, что я бросил типа учебу и пошел развлекаться. И то есть самое интересное во всем этом, что один раз псиоператор мне сказал, там приходит человек в комнату, что-то свое говорит, а она своим голосом, даже не меняя под его голос,
говорит, это небо будет твоей тюрьмой. Вот так вот. То есть называли они меня амебы. Не забывай, ты моя амеба, они мне говорили. И так. Сейчас всего-то, конечно, не вспомнишь. То есть всего воздействие было два раза, потом они полностью прекращают это воздействие. То есть и всегда это связано с тем, что ты уходишь из общества и затворничаешь дома, они тебя начинают, короче, травить. Вот. И во второй раз, когда они второй раз начали меня травить, через несколько лет уже все прошло, они опять начали. И начали говорить, что ты создал какую-то такую игру и не играешь. То есть вот такой вот всякий бред. Телевизор смотреть невозможно, компьютер играть невозможно. Вообще ничего нельзя делать. Постоянное внимание на них. Они просто со всех сторон тебя... над тобой издеваются. Вот так вот. Что еще можно рассказать? Первые какие-то воздействия на меня были еще в 17-летнем возрасте. Тогда они меня просто как бы по имени звали Миша. Миша, я это особое внимание не придавал. Воздействие там было единичное, я почти и забыл. В детстве я начал вспоминать, что тоже по имени один раз назвали. Я тоже... особо не придал этому значения. То есть, что это такое, это непонятно. И вот оба раза они меня довели до психушки. Первый раз я там что-то громко начал разговаривать, негативно как-то, и стакана прокинул. Это им хватило этого, какой-то фигни вот этой, чтобы меня упечь в психушку просто и все. Второй раз, значит, вообще никакого повода не было. Я просто поздно приходил домой и часто выходил из дома ночью. Туда-сюда ходил, но мне надо было. И это я мешал им спать, и они просто меня сдали в психушку. То есть вообще без повода. Там никто не разбирается вообще. Ничего такого. То есть, да, и даже вот мне два раза уже забрали. Они мне даже пенсию не хотят давать абсолютно. Абсолютно не хотят давать пенсию. То есть вот такая вот система. И вот эти, то есть я смотрел про пси-террор, и я видел там, человек снимает про это явление, и постоянно вокруг него кружатся скорые, и он это замечает, и говорят, типа намекают ему на то, что скоро мы тебя увезем. У меня было то же самое, абсолютно. То есть, да, какие-то, может, с твоей стороны какие-то бредовые идеи и были, но, возможно, тебя просто каким-то специальным оружием делают из тебя шизофреника. То есть это само по себе не может происходить. И вообще, скорее всего, это специально.
и издеваются, просто издевательства просто вообще на максимуме. То есть включишь телевизор, там про тебя говорят, тебе интересно, ты даже и не выключаешь его. Они говорят там ничего интересного, всякий бред. Что-то из твоих аудиозаписей ВКонтакте, то есть такие ключевые слова, какие-то названия из твоих аудиозаписей, из твоих переписок. Как ты думаешь, как ты мыслишь. И не знаю, будет ли третий раз. То есть на меня воздействовали первый раз в 2016, 15. В 15 такое легкое воздействие было, в 16 вот пожестче. И в 18. То есть будет ли третье воздействие? Это когда я, вот я, например, возвращаюсь в социум, еду на работу, и мне какие-то люди непонятные в маршрутке говорят, ну не мне, а как между собой, вот, типа, хочет, работает. И то есть не прерывает вот на этом разговор весь. Они ни с того ни с сего вот эту фразу начинают, говорят и прекращают. То есть непонятно. То есть это было во второй раз. Потом уже перед началом вот этой открытой фазы просто они начали, какие-то же девушки, короче, ездили в троллейбусе и говорили, что какие-то странные вещи, типа муж и жена это не родственные души, они просто там едут типа по одной дороге, вот так вот, что-то типа такого, какие-то странные вещи, которые не свойственны вообще, обычно в троллейбусе такие вещи не говорят, и как-то вот такие странные какие-то фразочки. То есть, возможно, специально какая-то группа людей существует. То есть они мне еще и говорили, например, давай возьмем его к себе. А женщина говорит, а мужчина говорит, да зачем, он же рабочий человек. Вот такие вот разговоры. То есть вот так вот. И они просто издеваются над человеком. То есть непонятно, какие цели они преследуют. Но цель — это довести тебя до психушки просто. Это все. Единственная их цель. То есть у меня нормальная, здоровая психика. Я включаю телевизор, я понимаю, что там говорят не про меня, а такое воздействие, что вот так вот, короче, вот какие-то непонятные вещи, они начинают реально переозвучивать то, что говорят по телевизору. И на этом не заострят внимание никто из тех, кто... Мало кто заострят внимание, те, кто попал под это психотронное воздействие. Там какие-то буквально единицы, что вот телевизор вот начинает издевательство из телевизора, вот такие вот. Ugh.